Всем привет, друзья, с вами ВВТОЛ. И сегодня мы с вами будем распаковывать системный блок Lenovo IdeaCenter 300-20ISH. Данный системник был куплен в интернет-магазине Розетка, ссылка будет в описании. Также, если вам нравится видео подобного рода, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Ну а мы начинаем. Так, данный системный блок имеет гарантию на 12 месяцев, то есть на 1 год. Поставляется это все дело в большой картонной коробке. Сбоку этой коробки нанесена информация об этом системном блоке, некоторые его характеристики и тому подобное. Также на коробке нанесена наклейка этого самого системника. Ну что ж, давайте уже будем приступать к его распаковке. В коробке вместе с системным блоком у нас поставляется клавиатура от Lenovo. Клавиатура довольно-таки увесистая, также имеются специальные ножки, чтобы клавиатура не скользила по столу. Далее у нас идет мышка, также от Lenovo. Дальше у нас идет кабель питания для системного блока. Кроме этого, у нас еще идет и пособие пользователя. Ну и теперь в бой у нас идет сам системный блок. На корпусе выгравирован логотип Lenovo. Сверху на передней панели у нас находится кнопка питания и датчик, а также оптический привод. Помимо этого, на передней панели находятся такие разъемы, как кардридер, два разъема USB 2.0 и два аудиоразъема. Сзади у нас находится разъем питания, HDMI, VGA, два USB 3.0 и два USB 2.0, а также сетевой разъем LAN RG45 и три аудиоразъема. А теперь давайте пройдемся по техническим характеристикам данного системного блока. Данный системник оснащен двухъядерным процессором Intel Core i3-6100 с частотой 3,7 ГГц, охлаждение боксовое, объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, тип памяти DDR4, видеокарта интегрированная Intel HD Graphics 530. Кроме этого, здесь стоит жесткий диск емкостью 500 ГБ, диск SATA 3 с форм-фактором 3,5 дюйма и со скоростью вращения 7200 оборотов в минуту. А теперь давайте попробуем этот системник включить и посмотрим, запустится ли он у нас. Как видите, все запустилось, кнопка питания и датчики загорелись. Ну что, друзья, а на этом видео будет подходить к концу. Если оно вам понравилось, не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал. Помимо этого, вы можете посмотреть мои другие видео, кликнув по аннотации на экране. Ну а с вами как всегда был ВВТОЛ, всем удачи и пока!